вы словом способны сворачивать горы в пути, способны услышать вселенный язык. Он каждого может и должен спасти. Ваш разум к нему, безусловно, привык. Рифмуйте до боли знакомые фразы сует о том, что готовы создать целый мир. Он вам укрепит ваш духовный хребет и просто покажет в пути ориентир. Смотрите на качество, как на оплот, на самое лучшее, выше всего. Ведь это избавит от всех нечистот. Кто будет на душу смотреть высоко? Дышите, живите, смотрите, дерзайте, ловите все ценности тонких миров. Дарите возможности, просто мечтайте, рифмуя способности сказанных слов.